Не слышу. Три. Как три? Три. Мячи на середину. Мячи на середину. Так, следующие три человека. Сделал? Да. Так, Андрей делал, нет? Делал. Макс еще раз начал. Положи туда. Нет, Макс вышел сюда, Мирослава сюда, Алекс сюда. Взяли мячики. Стоп, положили мячи. Первая берет Мирослава, берет любой мяч. Все, взяли остальные мальчики. Так, делаешь то же самое, передаешь дальше. Итак, один бросок сюда, один бросок туда. Вот, 7 раз попасть. Максу 10. Анжела, пошли. Будь внимательно. Бегом, 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 бегом. Чем ближе к этому. Мирослава, бросаешь 2 раза. Если попало, сразу бежишь. Нет, бросаешь еще раз. Пошел, пошел, Макс. Еще раз бросаешь. Бросай, Алекс. Не жди. Еще раз, Алекс. 24,50. Все, пошел туда. Советую. 24,50. Каждое упражнение по 20. Там 80. Давай следующий. Макс, ты очень быстро делаешь. Ну не мог ты 80 так сделать. Да ты убирал. Я так делаю. Здесь. А сюда? Нет, 20 сюда, 20 сюда. 20 сюда, 20 сюда. Ты не тянешь. Неправильно взял. Неправильно взял, мам. Отсюда вот так возьми. Другой рукой. Да. Вот. А эту так. Вот теперь все тащи. Стоп. Останови. Отпустите. Все, пошли. Пошли. Хорошо. Стоп. Мате. Мате. Хорошо. Так, сейчас ушли и сели. Нет. Макс берет мячик. Идет вот туда. Да? Да. Значит, смотрите внимательно сюда. Первое. Макс не кидает отсюда. Он должен постараться аккуратными движениями вправо, влево, не обмануть, пройти и бросить. Смотри, отсюда можно бросить, отсюда можно бросить, отсюда, 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 отсюда. А вот с тех матов нельзя бросать. Моя задача, кстати. Значит, у него 10 секунд. Моя задача. У меня руки сзади. И я стараюсь не дать ему кинуть. Дальше. Вот раз, два, три, четыре, пять. Не попал. Мяч сюда. А что ты 20? Давай мяч. Сейчас ты защитник. Ты держишь руки сзади. Вы не опускаете голову. Есть? Теперь вы начинаете. Готов? Готов. Хорошо. И я отсюда стараюсь. Обмануть отсюда. Пройти сюда. А ты вот, да. Вот не пускаешь. Раз. И попал. И меняемся. Понятно, да? Так. Андрюха, бери Макса. Туда. Будь здоров. И вам тепло. Так. Нет. Катерина, берем. Мяч, ты сюда. Сейчас. Хаджи, поехали. Все, поехали. Так, стоп.
здесь руки, да? А руки можно взять здесь на пояс или просто вот здесь. Но не вообще, да, не держать. Пошли. Вот так. Да. Давай, 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 давай. Есть. Попало, даешь ему мяч. Не считайте, что... Нет, нет, нет. Ребята, ребята, что такие серии линии. Все, повыкнуло. Отсюда. Так. Ты держишь меня 5 секунд. Ты держишь меня 5 секунд. Если ты стоишь рядом с кольцом, и ты закидываешь. Нет. Значит, что делаешь? Надо ее. Ближе надо подойти, все, забираем мяч, меняемся.
До свидания. Давай. Отлично. Где-то секунд 10 максимум, да. Не пускай. Еще раз. Еще раз. Стоп. Стоп. Смотри. Чем ближе к системе? Она не знает, куда бросать. Покажи руку. Раз. И она уже знает. Макс, куда сделать? Вот так. Стой. Стой и поворачивайся. Вот. Видишь? О! Только возьми сюда. Старайся руку. То есть показал руку, она уже знает, куда кидать. Она может сделать что? Она может показать. Макс, там ее показать. Раз. Сюда. Вот сюда. Раз. Вот эти руки. Хорошо? Не пускать руками. Так, бам, бам. Стоп. Руки не здесь держать. Нельзя забирать. Нужно блокировать. Если он хочет кинуть, вот здесь держите руку. Но не забирай. Но у вас здесь еще будет. Ударился? Стоп! Макс, сюда. Так, все, видишь, там топали. Да. Да, значит, стоп. Положи мяч сюда. Положи мяч. Значит, сейчас будет игра. Игра кто у нас? С Катерином. Все нормально? Да. Макс, берешь против Андрея играешь. А вы играете друг против друга. Все. А что, пошли. Значит, Мирослава, идешь сюда. 5-10 секунд. И побегай, побегай, потом брось. 5-6 секунд. Нет, руки не здесь, еще дальше. А просто руки не здесь. Да. Вот. Вот. Вот, вот, молодец, подвигайся. Вот так. Я думал, Макс, все отлично. Думал, да, нет, блин. Бросай, будь бросать, не лезь на задний. Дай их сюда. Я буду снимать. Сколько время? Время 4. А ты во сколько со школы вышел? Не помню. Не помнишь? А кто все поменяет? Где? Врун, блин. Где? Кто со мной поздоровался? Да. Да у нас сколько вышел? Сейчас закончу. А сейчас? Сейчас. Опоздал. Я думаю, Макс не ест его или нет. Если сегодня он ушел, покончил раньше, пришел как. Не надо меня дурить тогда. Да, не блин, обманщик. Обманщик. Ну как ты, вот сколько там? Я ж тебя видел. Что? Пятница у меня опять уроков. Ну, а пятницу что, нельзя прийти нормально? Вода поднимает. Не лень. А в 4 не лезет. А в 4 не лезет. Я в шоке. Где у тебя?
Там снимают. А дома не мог. Не мог. Опоздал на тренировку. Вы что, люди? Кто спутает, кто спутает? Стоп, я на тупе. Здесь.
мы должны делать 300 раз, не знаю, отжимания, приседания, пресс, подтягивания. Не знаю, можно вот это чучело поднимать, просто только здесь, 300. Так, Мирослава, и делаешь Максиму Гандрею. Я думаю, что через полгода я буду вернуть себя, буду поактивнее. Значит, старайтесь остальные, старайтесь себя через нее. Эй, не дай Боже пальцем кто-то. Вы имеете право не пускать, смотрите, не забирать мячик, и у него то же самое, а просто отказать его здесь. Не выбивать мяч, просто не дать кинуть, пусть она в любое место. И поменьше ее трогать. Так, сюда. Ты играешь за них. Вот, на другую сторону. Вот так. Так, а ты играешь за них. То же самое с ним. Не дай Боже. Никаких подножек, только дни это. И еще. Босс считается только в том случае, если он хоть один раз пасовал. Вот вам мяч попал, вы пасуетесь и забили, не считаете. Значит, а я сейчас палочку выберу. Обязательно через нее. Твоя задача. Тебе дали мяч. Не знаешь, что делать. Он тебе брал сразу раз ему пить. Заранее смотри. Он свободен. Раз ему отдает. И все. Дальше. Идили. Аджин, поехали. Да попробуй. Пасу дал. Да. А я что? Пасу Алексу надо дать. Там старайтесь не играть. Не считается. Вот, смотри, сразу Максу назад. Вот умница. Стоп, не двигайся. Так, у тебя все будет нормально. Тебе. Вот ты отдала пас, ты стоишь в середине. Я на середине. Ты двигайся. А в середине всегда много дороги. Для того, чтобы тебе было легче, ты отдала пас и идешь сюда, где свободно лес. Обычно здесь бывает. И здесь уже стараешься все быть готовым. Они побежали. Ты практически немножко взял вот эти фильмы, вдруг тебе даже не было. Но заранее смотри. Вот смотри, кто за тебя играет? Максим и Андрей, да? Вот он сзади, не видно. Значит, встань так, чтобы ты видела. Ты, да. То есть я уже вижу Андрея, раз, сразу могу дать. А если так, то я уже не знаю, куда давать. Так, чтобы ты видела и Андрея, и Максима. Сюда, ко мне, вот сюда. Разворачиваешься. Покажи, где Максим. Максим. Андрей. Все, вот твой, да? О, вот. Аджина, поехали. Вот умница. Молодец, умница. Стоп! Стоять! Еще раз! Алик, ты здесь бегаешь? Да. Бегаешь, двигаешься. Молодец, хорошо. А руки что тебе делают? А вдруг он побежит сюда? Он раз, вам в голову. Значит, тебе руки. Он побежал, ты его перепоставил, закрылся. Руки до сих пор здесь. Вот здесь. Вот так. Хорошо. Стоп! Теперь смотри. Стоп и двигаемся. Кто за тебя? Катерин, не двигаться. Значит, Катерин, хорошо стоит или нет? Для паса. Если он тебе даст пас, Макс может свободно переходить. Значит, ты должен уйти сюда. Если Макс сюда смещается. Все, стоп, пресс. Значит, ты просто уходишь туда и все. Еще 40. Саша, Рек, Саша, может ли он тебе пас? Никак. Поэтому что ты должен сделать? Он никак тебе пас не дает. Если ты забежать вот сюда.
Здесь уже может ногу дать. Вот тебя может. Значит, тебе сюда уйти. Хорошо? Прошу, прошу. Стоп! Дай мяч, Коля. Коля. Не двигаемся. Не двигаемся. Теперь смотрите внимательно сюда. Поле легко. Бросай. Да? Еще раз. Не надо поднимать две руки. Почему? Если это ближе будет, например, он бросает. У вас есть одна рука. Или эту руку становитесь боком, ставите руку. Одну руку. Все. А эта рука не дает сюда. Он может с той стороны. Если вы так становитесь, ставьте одну руку. И он все равно будет тяжело. Чуть подвинулся, вообще тяжело. Не так. Потому что ты подпрыгнул, а вот я чуть-чуть толкнул. У тебя ноги ушли, ты на два раза ударил о пол. Там, у толмазан. А здесь, только он меня не толкал, я все равно встану на ноги. Еще раз, одна рука и нога впереди. Или здесь, чтобы я не видел, чтобы вот так прыгать. Ноги ушли. Вот я подпрыгнул, он толкнул чуть-чуть, чтобы мог бежать. Раз ноги ушли головой, бам, и все. Еще два. Чучело взяли. Вот это. И отсюда чучело вверх и вниз. Так, стойте. Саша, бок, Саша, боком эта рука не здесь, а уйти. Да. Опять. Смотри, нет. Как можно? Раз, два, переводим через себя, с той стороны. Все, понял. Так, дай. Ты два раза делаешь, а он один раз. Пошел, Макс, вставай. Мне надо что-то. Уходи, уходи, уходи дальше. Не трогай. Стой. Пошли. Не держи, не держи, Катарин. Кармаса, руку, Саша. Алекс, руку. Одну руку покажи, он тебя даст пас. Один-один. Хорошо. Ручки сюда держи. Хорошо, умница, молодец. Открывайся, отходи дальше от них. Вот два раза, ты один раз. Уйдите дальше. Дальше, сюда. Хорошо. Осторожно. Алекс, аккуратно. Стоп, стоп, стоп! Там мячик защитника. Там никто не трогает. Кто защищает, тот нет. Нет. Аккуратно рядом с ним. Вот так умница. Молодец. Нет, куда тут? Не давай, давай, давай. Поднял через грудь. Вот так. Да, они два раза кидают. Не падать. Руку одну держать. Вот так и все. Кому? Ярослав, отходи дальше. Руки. Молодец. Хорошо, молодец. Да, да, смотри, может тебе еще раз дать. Отлично. Молодцы. 50 бросков.
Макс, ты делаешь 30, он 60. Вперед. Я наожидал, я якобы. Я считаю. Давай. Давай, пошел. Раз. Давай, Даня. Два. Макс, кидай. Давай. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Так впереди. 11. Макс отдыхает. Даник, продолжай. Сам. 12. Сам. 13. 14. 15. Катерина играет. 16. Что значит не хочет? Играй, играй, Катерина, нет, я прошу, не обижай. Стоп, стоп, пацаны, у вас есть 5 секунд, почему он не играет? Не знаю, что значит? Коля, Коля, Катерина, соберите там собрание. Проведите собрание. Катерина, иди туда, команды, проведите собрание. Тихо! Так, Макс, подключаешься в 10-10. Еще раз. Коля, договоритесь, о чем вы там? Ну ты скажи, Коля, чаще бросай или не чаще бросай? Все хорошо? Договорились? Молодцы. Поцелуйтесь. Коля, поцелуйтесь. Задницу его поцелуй. Вперед! Четыре. Пять. Шесть. Там аккуратно играем. Семь. Восемь. Осторожно. Без подложек, без подложек. Стоп! Стоп! Подойди все сюда. Сели сюда. Сели сюда. Ты его толкнул. Вроде правильно сделал, да? Чуть лицо не попал головой. Тупой. Понимаешь? Ты как бы решил за справедливость, а вот пострадала прямо. Пойми, не надо. Не надо. Значит так. Значит, нормально. Пошли. Играть умеешь, бегать умеешь, хорошо. Единственное, но надо научиться останавливаться. Остановиться вправо, влево, вот, и ручки выше. Значит так, тебе тоже ожила, да. Надо быть активной, думать. Значит, вас сегодня я отпускаю вас. Алекс. Ну, сейчас нет. Все, стоп. Давай. Так. Поклониться. Не забывай. Видишь меня в школе, то же самое. Скажи, тренер, здравствуйте. Чтобы видно было, что ты дзюдоист. А если как ехать? Бахми. Все будет знать. Значит, тебе, ты кушаешь пока с другим классом. Какие-то проблемы, не стесняйся. Подойди мне, скажи. Не можешь сам решить, значит, я попрошу и все. Мирослава. Все. Акаса. Пожалуйста, убрали чучело. Макс, бери свою команду. И еще раз, смотрите, видите, там поднялся Маша. Вот там будьте аккуратны. Все, следующее. Ушли. Команда, разошлись. Макс, никого не меняешь? Никого. Кровь кто-то будет сдавать? Кровь? Да. Так, пацаны, время. Пацаны. Вы играете 30 минут. Сколько?
30 минут. А потом боремся? Да, потом боремся. Но, значит, первый вариант. Через 30 минут я выхожу. Второй вариант. Помочь? 53. Воду больше. Если выпьешь, то бегать не будешь. Значит, второй вариант. Вы играете до 30 мячей. Если 30 мячей забили через 20 минут, все заканчивается. Но договариваемся так. Что? Договариваемся так. Из команды не уходить. Обижаться. Вот закончилось время 30 минут. Можете обижаться. Можете уйти, плюнуть. Макс. Да, что вы будете сделать? Обозвать. Нет, Маша. Маша. Можете плюнуть еще. Вот сейчас мы как раз зубы выйдем. Ребей досрать хотел. А он уже. Да, ты, да. Давай, давай, давай. Раз, два, три.
Это ты пой, как вы взяли, значит, ты здесь. Ну, да, я понял. У него 13, а в тебе
Я! Ты ты Макси снова! Да! Я себе хочу! Не-не-не-не! Дай напой, Бэй! Дай напой! Дай-дай-дай! Фу! Вот это же! Ай, куда там так приехал? Дал мне на Максима! 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 Сотки!
Ты сидел, ты на диакон. Ну, беда. Ого. Николай, Николай, Коль! Николай, 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 Ай, мам.
Да и вот так, что все не знаю. Да? Ай. Да, помоги мне. Помоги, помоги, давай. Просто. Да, все. Что вы выиграли? Играли 10 минут, они уже выиграли. И так не сможете 10 минут 30 сразу бросить. Хорошо. Какой счет? 19 до 9. Много. Много говорить. Много. 12. 19. У нас 19. Они считали. 19, 10. У нас 19. 19-10. Я сказал, до 30 играем. Еще сколько? Да. Сколько еще? 11. До 30 мячей играем. А то? Не уйдете, пока 30 будет. Даник, ты старше. А, ладно. Ой, щи, приемы. Кабин. Yeah.
Я не понял, по